В отдаленной части Индийского океана обнаружены объекты, которые, возможно, являются обломками пропавшего Боинга малайзийских авиалиний. Командование ВВС Австралии объявило, что в 2500 километрах к юго-западу от побережья страны со спутника замечены два предмета, каждый размером более 20 метров. Специалисты не исключают, что это могут быть обломки лайнера, покинувшего столицу Малайзии, Куала-Лумпур, в ночь на 8 марта, но так и не долетевшего до Пекина. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа. В четверг австралийский самолет-разведчик «Орион P-3» вернулся на базу из-за плохой погоды. В означенном районе уже находится норвежский контейнеровоз, который до рассвета будет вести поиски при свете бортовых прожекторов. При этом ряд экспертов с большой долей скепсиса отнеслись к новому направлению поисков. Они называют эту часть нашей планеты «помойкой мирового океана», куда течениями сносят различный мусор.